Впрочем, в Украине и некоторые министры практикуют запрет на информацию о себе. Причем вопреки закону. Так, глава МВД Арсен Аваков отказался обнародовать даты своего отпуска. Об этом сообщают украинские новины. На официальный запрос информагентства в ведомстве ответили, опасаясь за жизнь шефа и учитывая проведение в стране антитеррористической операции, МВД отказывается публиковать, когда Аваков находится в отпуске. В украинских новинах пошерстили статистику и установили, это первый случай, когда чиновник высшего ранга скрывает свое местонахождение и отсутствие на рабочем месте, мотивируя военной ситуацией в государстве. И кроме того, это грубое нарушение закона Украины о доступе к публичной информации.